Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. Сегодня мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, костюм принцессы София из мультсериала «Принцесса София». Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Вот так вот выглядит костюмчик у нас на фотографии. Вы можете видеть принцессу Софию. Удобная упаковочка уже с ручкой, то есть можно нести его из дополнительного пакета. Давайте посмотрим, как ли выглядит вживую у нас они на картинке сам костюм. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Star. Ну, давайте посмотрим, как выглядит костюм. Товар у нас входит. Вот такая вот корона серебристого цвета. Диадемка такая вот, она вся переливается, блестит. Универсальная, на любую голову подходит. Помимо короны у нас в комплект входят бусики такие, ожерелья. Вот так вот выглядит ожерелье с камушком сиреневым. И застегивается на застежечку. Вот такое красивое у нас ожерелье. И, конечно же, платье. Вот такое вот красивое сиреневое платье. Здесь у нас уже идет с переплетением. Посмотрите, здесь красивая вставочка блестящими снежинками. По низу у нас идет аппликация серебристая. Такая вот красивая аппликация. Подъемник желтого, такого желтоватого цвета с тесьмой серебристой. И сверху у нас уже одевается сиреневая юбочка. Коротенькие рукавчики прозрачные на резиночке тянутся. И здесь у нас также идет сиреневая тесьма с блестками. Сзади платье у нас идет на молнии. И по бокам у нас идет шнуровка. То есть вы можете ее расшнуровывать и объем регулировать по талии ребенка. Здесь еще приличный запас, то есть можете либо уменьшать, либо увеличивать. Очень удобно. Такая вот шнуровка. Платье длинное в пол. Помимо платья, также в комплект еще входит подъемник. Вот такой вот желтый большой подъемник. Он тянется на резиночке, идет. Подъемник можно носить, можно не носить, но просто с подъемником платье будет более пышное и станет немножечко покороче за счет объема. Вот, если вам понравился данный костюм принцессы Софии, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.